Всем привет. Слышно меня нормально, да? В общем-то, время позднее. Вы все, наверное, устали. Я тоже устал. У меня вообще первый день после отпуска. Вот. И давайте начнем с небольшого видео. Так, как его запустить? Вот так вот. Так, видите. Не знаю, что будет со звуком. Вот. Кроссплатформенная разработка. Вот. На самом деле, не знаю, Кать, когда я предложил название доклада «Этот очень страшный кроссплатформенный мир», это была шутка, да? Но название приняли. В общем, рассказывать я буду все-таки не про это, хотя мой доклад все-таки про кроссплатформенное решение. Вот. И описание доклада, его суть все-таки были правильными. Рассказывать буду про open source проект Центрифуга. Сейчас открою все. Посмотреть, видите. Да. Вот. Сначала немножко про себя. Да, меня зовут Александр Емелин, я работаю в Авито в Unity Messenger. Собственно, делаю мессенджер Авито. И рассказывать буду про open source сервер Центрифуга. Кто-нибудь слышал до митапа про него? Ага, не так мало, это супер, потому что, в принципе, доклад такой обзорный, вводный, да, хотя хотелось бы сказать больше про технические детали, но они будут проскальзывать по ходу моего рассказа. И еще мы немножко вернемся к этому видеофрагменту чуть позже, да, в другом разрезе. Вот. Центрифуга — это сервер реал-тайм сообщений. В контексте моего доклада real-time сообщения — это сообщение о событиях, доставленные клиенту в максимально короткие сроки после того, как это событие произошло, да, после того, как ваш бэкэнд вашего приложения узнал о событии. Собственно, за примерами ходить далеко не нужно. Да, это первое, что приходит на ум — это чат, да, тот же Telegram. У нас же еще у всех установлен пока. Да? Ну вот, собственно, будем бороться дальше за Telegram, но есть и другие мессенджеры, есть ВКонтакте, это все реал-тайм сообщения. Да? На реал-тайм сообщениях построены другие вещи, такие как комментарии, обновляющиеся в режиме реального времени. Это коллаборативное редактирование документов, это всевозможные мультиплеерные игры, счетчики на сайтах, изменения курса валют в режиме реального времени. Примеров масса. А, собственно, и решений, которые позволяют добавить реал-тайм события вашему приложению, их миллиарды. Да? Миллиарды, сотни. Да? И вот есть ссылочка, по которой Фил Легеттер из компании Pusher.com, который занимается как раз реал-тайм решениями, это облачный реал-тайм сервис, собрал их все в одном месте. Если кому-то интересно, потом загляните, их там действительно очень много. Ну и, конечно же, там многих нет, да, потому что все все-таки не упомянешь. Центрифуга — это один из пунктов как раз в этом списке. И сегодня рассказ все-таки про нее. Да. Вообще, если
назвать каких-то крупных игроков в мире реал-тайм решений, то первое, наверное, что придет на ум, кто может сказать? Как? Jabber, да, XMPP, протокол и так далее. Но также есть, например, Socket.io, есть Meteor, есть в мире Elixir отличный фреймворк Phoenix, который позволяет очень удобно работать с реал-тайм. А есть игроки поменьше, это что-нибудь вроде Fay для Node.js, да, библиотека, которая позволяет, это Comet.d сервер, Firebase, да, ну, в общем, решений масса, и каждый из них какими-то особенностями обладает, и большинство из них все-таки, да, привязано к какому-то языку. Есть и решения, которые не привязаны к языку программирования, на котором написан бэкэнд. Собственно, центрифуга — это как раз такое решение, которое не привязано к языку программирования. Немножко про историю. Вообще мотивация была такая, что когда-то я работал в Mail.ru и работал над внутренним корпоративным интранетом. И мы захотели, чтобы под постами в этом интранете комментарии обновлялись в режиме реального времени, да, то есть чтобы у пользователей не было вот такой проблемы, как есть у юзеров Хабра, да, когда они отвечают на комментарий, до них уже кто-то успел ответить, и им приходится извиняться, там, я буду обновлять страницу перед написанием комментария. В общем, мы эту проблему для себя решили, и тогда решили на Python и на фреймворке Twisted. Вообще, мне кажется, очень много open-source проектов, которые программисты делают, они так или иначе возникают из рабочих задач. То есть программист работает, ему какая-то задача нравится, и он понимает, что он может сделать ее лучше, ему не хватило работы над ней, да, в процессе вот работы на работе. И он продолжает это дело в open-source, например. Собственно, Centrifuga — это пример такой истории. Я продолжу развивать того демона, переписал его сначала на Python с использованием фреймворка Tornado, и затем уже через какое-то время он был переписан на язык Go. Как это все работает? Давайте посмотрим на схему. Я вообще… Сейчас есть Centrifuga версия 1. Да? Вот весь мой доклад этот будет таким небольшим анонсом. Это все про Centrifuga версии 2. И еще про библиотеку, да, но про это в дальнейшем. Но вот все, что я сейчас говорю, по сути, еще не зарелижено, но в ближайшее время будет, потому что все вещи, которые я покажу, они реально уже работают. Есть бэкэнд приложения, есть центрифуга, да, она работает рядом с вашим бэкэндом. Есть пользователи, здесь на схеме они приведены как мониторчик, да, вот мобильное устройство. Собственно, это пользователи приложения. А центрифуга берет на себя хранение постоянных подключений от этих пользователей. Да? То есть пользователи подключаются к центрифуге. Подключаются они, используя один из нескольких транспортов. Это может быть WebSocket, это может быть SockJS, полифил для WebSocket'ов, или это может быть gRPC. Вот. При этом бэкэнд приложения при рендеринге странички передает на клиента параметры подключения, с которыми вот этот вот клиент идет к центрифуге, говорит, у меня такие-то параметры подключения, я хочу, чтобы ты хранила коннект от меня. И затем висят постоянные соединения. Если какое-то событие происходит, то бэкэнд просто шлет в HTTP API центрифуге команду publish, да, с какими-то данными, и эти данные рассылаются клиентам. Причем рассылаются не всем клиентам, а только заинтересованным клиентам. Поэтому в центрифуге есть концепция канала. Да, по сути, канал — это как, ну, канал — это строка, да, на которую клиент подписывается и будет получать сообщения, только принадлежащие этому каналу. Я сказал, что Centrifuga — это отдельно стоящий сервер, и она прекрасно интегрируется с бэкэндом, написанным на любом языке программирования. Но в Centrifuge нужно знать айдишник юзера. Да? Она же рядом работает, но при этом она не знает про механизм сессий, который используется на бэкэнде приложения, ни про базу данных, ни как там что организовано. Соответственно, юзера мы передаем Centrifuge вот в тех самых параметрах подключения, используя еще при этом подпись. Это HMAC-подпись.
здесь на примере такой простой пример, как использовать HMAC-подпись, чтобы передать какому-то другому серверу данные и быть уверенным, что клиент эти данные не подменил в процессе передачи. Это на Питоне. Мы инициализируем объект HMAC с каким-то секретным ключом. Этот секретный ключ знает только бэкэнд приложения и центрифуга. Клиенту этот секретный ключ никогда не доступен. Затем мы обновляем хэш, полученным, например, айдишником юзера, в данном случае это 42, и получаем от этого hex-digest, это будет наша подпись. На клиента передаем айдишник 42, подпись, и затем с клиента айдишник и подпись летят в центрифуге. Центрифуга делает то же самое у себя на своей стороне, и проверяет, ну, она знает секретный ключ, и проверяет, что подпись, которая пришла от клиента, совпадает с подписью, которую она построила. Тем самым данные подтверждают свою валидность. Какие есть особенности центрифуги, что ее выделяет из других решений? Да? Во-первых, это language agnostic, да? То есть она интегрируется с бэкэндом на любом языке программирования. Причем интеграция достаточно простая, и бэк переписывать не нужно. То есть как, например, это может быть? Вот вам нужно работать с большим количеством постоянных соединений. Да? У вас бэкэнд написан на Django, например. Как мы знаем, Django — это такой worker thread модель, когда у нас запросы пользователя обслуживают отдельные воркеры, да, пул воркеров. Если появляется большое количество постоянных соединений, то пул воркеров исчерпывается, и там мы больше, чем количество ядер, предположим, обслужить соединений можем с трудом постоянных. Вот. И часто решением может являться переписать бэк на другой язык или использовать какой-либо асинхронный фреймворк. Ну, если мы говорим о питоне, то это может быть торнадо. Часто это не вариант, и центрифуга позволяет этого избежать. Центрифуга масштабируется с помощью Redis. Мы можем поднять много нод центрифуги, клиенты будут подключаться к разным нодам, и эти ноды будут связаны механизмом PubSub Redis. Плюс есть шардирование в Redis, да, из коробки, и high availability через Redis Sentinel. Перформанс выделяется по сравнению с решениями, которые написаны на Python, например, да, на Ruby и так далее. Да. То есть Go дает все-таки перформанс-буст по сравнению с динамическими языками. Восстановление пропущенных сообщений. Клиент едет, ему приходит стрим сообщений, он едет в метро, попал в туннель, связь пропала, потом появилась. Вот центрифуга умеет досылать те сообщения, которые он пропустил за это время, из коробки. Есть presence информация, то есть информация о том, кто сейчас в канале. Есть join leave события. Клиент заходит и выходит из приложения, да, подписывается и отписывается на канал. Это кроссплатформенное решение, то есть оно работает на Windows, на Linux и на остальных системах. Причем работает из коробки. Да, я, честно говоря, не вижу большой проблемы с кроссплатформенной разработкой. Вы просто берете язык кроссплатформенный, и у вас вот ваше приложение получается кроссплатформенным. Ну, зачастую. Ну, это бесплатно, это, у этого продукта MIT-лицензия. Собственно, тот же Pusher.com за крохотное количество постоянных соединений, там 10 тысяч, берет $400 в месяц. Ну, конечно, в данном случае вы будете расходовать деньги на сервера, да, на которых это будет работать, но зато данные у вас, а не у третьей стороны. Вот. И, в принципе, есть протокол XMPP, да, который позволяет очень удобно реализовать чаты и так далее. Но это, по большому счету, достаточно громоздкий протокол, который решает проблему именно построения архитектуры чатов. Центрифуга — это более легковесное решение, которое, такое, по сути, скелет, да, для реал-тайм коммуникации. Ее можно рассматривать только как транспортный слой. Вот. И нужно рассматривать ее как вот полновесное решение вроде XMPP для построения чатов. На основе центрифуги в конечном итоге можно сделать чаты, но можно сделать и много других вещей, более простых. И, в общем-то, такая архитектура накладывает какие-то ограничения, да, несомненно. У нас только односторонний поток сообщений. Что здесь имеется в виду? Вот, например, пользователь написал комментарий на
сайте. И казалось бы, логично, у нас есть WebSocket соединение, мы можем этот комментарий по WebSocket отправить на бэкэнд, да, центрифуги, например, или еще чему-то. Вот. Но в данном случае нет, потому что мы должны это сообщение отправить сначала на бэкэнд приложения, например, AJAX с запросом, если мы говорим про веб, да, а затем на бэкэнде провалидировать, да, что это сообщение позволено юзеру публиковать, сохранить нашу основную базу данных и только затем отправить в центрифугу, которая в дальнейшем это событие подключенным клиентам разошлет. В общем, в этом заключается этот односторонний поток сообщений. Нет нативной аутентификации и авторизации. Это вытекает из того, о чем я говорил. Да, мы параметры подключения передаем с помощью, подписанные с помощью HMAC, не используем сессии, да, например, для того, чтобы понять, какой юзер подключается. Нет тесной интеграции с бэкэндом и хуков. В принципе, это решаемо. Я мог бы сделать эти хуки, да, и оповещать бэк о том, что какой-то клиент подключился, какой-то отключился. Но в целом центрифуга была изобретена для того, чтобы вот помочь приложениям, наоборот, абстрагироваться от того, что дело идет от того, чтобы работать с постоянным соединением. Да, и по большому счету бэку часто не нужно знать, что кто-то подключился, кто-то нет. Он просто шлет события в стрим, в IP-центрифуге, и она рассылает уже кому нужно. Соответственно, такая схема не подходит для динамичных мультиплеерных игр. Да, у нас нету тесной интеграции с бэком, у нас есть дополнительный latency на сетевые запросы между бэком и центрифугой. И интересное такое ограничение, что большинство пользователей центрифуг, к сожалению, не знают Go. Да, то есть она есть те, которые знают, конечно, но большинство пользователей пришли из таких языков, где очень сложно добавить реал-тайм в приложение, таких как Python, PHP, Ruby, да, например. А кто вообще вот пишет на таких языках из присутствующих? Ага. А кто пишет на синхронных языках? Чуть меньше. Окей. Вот. И, в общем-то, как раз центрифуга, она в первую очередь заинтересовывает тех, кто приходит из языков, где синхронность из коробки недоступна. Вот. В конце прошлого года я начал работать над второй версией сервера, и был запрос, да, а могу ли я использовать код центрифуги, переиспользовать то, что код на Go, который есть в ее ядре, для того, чтобы разрабатывать приложение на Go. Ответом раньше был, да, ты можешь, конечно, но сервер для этого не предназначался, там в любой момент API может сломаться и как бы тебе все поломать. И это было достаточно неудобно, на самом деле, использовать. И в процессе разработки второй версии сервера я решил выделить ядро центрифуги в отдельную библиотеку. Собственно, вот она называется Centrifuge. Да? Сервер Centrifugo, библиотека Centrifuge. А уже доступна на GitHub. По сути, это пока work in progress, но многие вещи реально работают уже. Вот. И все мои следующие рассуждения в этом докладе, они будут по большому счету касаться библиотеки Centrifuge и центрифуги версии 2, да, так как вот эта библиотека станет ядром второй версии сервера. Как это выглядит на схеме? Да, теперь у нас нет разделенных бэкэнда и центрифуги. Если мы используем библиотеку, мы просто импортируем ее на бэке, и, в общем, наш бэкэнд, так как он написан на Go, принимает все постоянные соединения и как-то с помощью центрифуги с ними взаимодействует. И, в общем-то, вот это библиотека, она снимает все ограничения, о которых я говорил. Да, пользователи Centrifugo как сервера отдельного, да, они все-таки так и останутся при том, что у них сейчас есть. Но вот пользователи библиотеки смогут, по сути, весь вот этот вот реал-тайм ощутить в полной мере. И мы посмотрим, давайте, как это, в принципе, решается. Да? Только односторонний поток сообщений. У нас библиотека, мы теперь в обе стороны можем слать там WebSocket Send и с сервера клиенту тоже. Ну, в обе стороны, в общем, можем слать сообщение. Нет нативной аутентификации, я потом покажу, как это сделано. Да? Теперь мы авторизовываем пользователя с помощью подхода в Go, который принят через middleware.
нет тесной интеграции с бэкэндом и хуков, да, ну логично, что теперь она появляется. Не подходит для динамичных мультиплеер игр, теперь подходит, ну, до определенной степени, да, когда-то вы все равно можете упереться в протокол центрифуги, да, его вам может показаться жирным для ваших целей, и вам нужно будет смигрировать. Но для начала это, в принципе, может подойти, а может быть и впоследствии оставите. И большинство пользователей не знает Go, соответственно, библиотека для Go будут пользоваться как раз Go-программисты. И, на мой взгляд, это большая победа в том плане, что если будет развиваться библиотека, то будет и развиваться центрифуга отдельно, как сервер. Да? То есть улучшилась библиотека, стала более производительной, и, соответственно, улучшится центрифуга Go как отдельный сервер. Про форматы протокола. Да? Соответственно, я сказал, что пользователи они подписываются на каналы, да, подключаются, отправляют соединения, параметры подключения. Естественно, все это нужно как-то завернуть в какой-то протокол взаимодействия. И в центрифуге изначально был JSON, во второй версии это JSON-стриминг. Что такое JSON-стриминг? По сути, это JSON отдельные сообщения, разделенные символом новой строки. Да? Это формат, описанный в Википедии. Он удобен тем, что мы можем просто отдельные сообщения отправлять в буфер, в соединение, и не думать о том, что у нас есть какая-то семантика JSON-протокола, и нам нужно разделять, объединять эти сообщения в массив, да, и заключать в квадратные скобки. Также появился протобуф. Протобуф, я так понял по викторине, что уже был рассказ про протобуф, да, сегодня не было. Ну, думаю, кто знает, про что такое протобуф? Ага. Окей. Ну, протобуф — это бинарный формат, в отличие от JSON, да, где текст передается. Да, в данном случае летят байты по сети. И в чем преимущество его над JSON? Первое, на что может, о чем можно рассказать, это производительность, конечно же. Да, вот есть бенчмарки стерилизации одной и той же структуры в JSON, идея стерилизации, и в протобуф. И, собственно, мы здесь видим, что это в несколько раз быстрее, да, в случае протобуф. На самом деле это не самая важная особенность, почему протобуф — это круто. А самое важное — это вот то, что пониже написано. Если в JSON мы шлем текст, и у нас вот есть 32 байта, да, на выходе, то в протобуф случае мы можем те же самые данные запихнуть в 7 байт. То есть разница больше, чем в 4 раза. На практике эта разница, конечно же, варьируется в зависимости от данных, но реально трафика будет пересылаться меньше. И в целом, так как пользователей много, постоянных соединений много, трафика генерироваться может быть очень большое количество. Если вы там на Амазоне, то вы платите за бэндвидс, да, и часто бэндвидс оказывается дороже, чем масштабирование вашего сервиса на большее количество нод. Поэтому об этом часто людям приходится заботиться. И, собственно, самая большая инсталляция центрифуги — это как раз вот на Амазоне на 300 тысяч пользователей онлайн. Да, это первая версия центрифуги. 300 тысяч пользователей онлайн — это работает в Амазоне на 4 машинах, связано все одним инстансом Redis. Вот, и как раз это компания Spot.im. И как раз программист из этой компании вот очень много внимания уделял именно количеству трафика, пересылаемого по сети. Я думаю, что новая версия ему в какой-то степени может помочь. Так, ну, соответственно, недостаток протобуф по сравнению с JSON — это нечитаемость, да? Если мы видим, что у нас пересылается в JSON, то здесь в случае с протобуфом не видим. Но в случае центрифуги есть поддержка и того протокола, и другого. Вот. То есть это, скажем так, кроссплатформенность на уровне протоколов. Да? Программист может выбирать, какой ему протокол удобнее. Вот. Данный слайд, давайте, наверное, пропущу. Это то, как в центрифуге фреймы, да, уложены в один протобуф сообщений, уложены в один фрейм. Используется префикс длины. Наверное, это не очень актуально. Если будут вопросы, я потом подробнее расскажу. И, собственно, вот эти протоколы надо почему-то гонять. Да? Я сказал, что используются три транспорта. Это gRPC, WebSocket и SockJS. Давайте чуть подробнее посмотрим. WebSocket, по большому счету, это основной транспорт, который есть в центрифуге.
Это полнодуплексное соединение между клиентом и сервером, которое позволяет отправлять данные в обе стороны. Да, полнодуплексное значит, что нет коллизий, когда мы отправляем и получаем данные. WebSocket устроен следующим образом. Начинается с HTTP-соединения, происходит апгрейд соединения до WebSocket-соединения, которое работает поверх TCP-соединения. То есть WebSocket — это протокол поверх TCP-соединения, который добавляет свой фрейминговый слой. Да? То есть поверх TCP еще и фреймы WebSocket налетают. И сообщения могут ходить в обе стороны. Нельзя просто так взять и начать использовать WebSockets. Да? И если раньше это было из-за браузера, из Internet Explorer, то сейчас это уже не совсем так. Если мы посмотрим на CanIUse, то большинство браузеров уже поддерживает WebSocket из коробки. Да? Даже Internet Explorer 11, который, по сути, является последней версией браузера, который современные разработчики поддерживают. Да? У кого так вообще? Кто вот только IE11 поддерживает? Ну, на мой взгляд, это логично, да? То есть зачем, если есть уже Edge, и сам Microsoft открестился от IE11? А вот, ну, есть другие проблемы с подключением по WebSocket, то это прокси, да, это могут быть мобильные операторы, которые режут WebSocket трафик, это могут быть корпоративные прокси. Зачастую эти проблемы решаются, если у вас WebSocket соединение через TLS работает, да, то есть защищенное. Прокси не понимают, что через них летит, и, собственно, ничего не обрезают. Но есть еще также проблемы с расширениями браузера, например, которые могут WebSocket подключение резать. У нас, собственно, в Mail.ru была история. Используя центрифугу, перестал работать WebSocket на внутреннем портале. И оказалось, что режет WebSocket этот блок. Adblock заблокировал WebSocket на всем домене Mail.ru, потому что Mail.ru через WebSocket пушила клиентам, угадайте, что? Рекламу, да. Вот. И попытались обратиться в поддержку, но Adblock, разработчики Adblock воспротивились, и тут-то и пригодились фалбеки, например. А фалбеки доступны с использованием библиотеки SockJS. SockJS, когда не получается установить WebSocket соединение, предоставляет вот набор транспортов HTTP, до которых происходит fallback. Пара верхних из них — это XHR Streaming и Event Source — достаточно хорошие транспорты. Это постоянные соединения HTTP, да, которые работают практически так же, как WebSocket, если у вас однонаправленный поток данных. То есть данные идут в основном от сервера клиенту. Когда появляется двунаправленное взаимодействие, тут уже нужно дополнительное HTTP-соединение создавать, чтобы данные передавать от клиента серверу через обычный, например, постзапрос. Это уже добавляет накладных расходов. А когда-то в браузерах было ограничение, да, на количество постоянных соединений к одному домену. Кто знает, сколько по спецификации. 4, да? Ну, 4 — это близко к правде. По-моему, по спецификации 6. 6, да. Но, по-моему, Internet Explorer делал 4 в какой-то из своих версий. И часто соединений начинало не хватать просто, да, и у нас открываем один табик, открываем второй табик, а третий уже висит и не загружается. Вот. Внедрение HTTP 2 вот эту вот проблему позволило уменьшить. Убрать на самом деле. Да? То есть если у нас HTTP 2 под капотом у всех HTTP транспортов, то все данные между доменом и клиентом гоняются через одно соединение, и вот это ограничение уже не сказывается. Но HTTP 2 еще не везде есть. Вот. Некоторые из этих транспортов достаточно эзотеричные, работают через iframe, чтобы кросс-доменное общение организовать. Вот XHR polling — это, по сути, обычный long polling. Вот. Ну, в общем, здорово, что они есть, их можно опционально включать, отключать, как вам хочется. И последнее — gRPC. Это нововведение во второй версии, модный протокол, да, общение между клиентом и сервером, разработанным изначально в Google, и, собственно, сейчас набирает в последние годы большую популярность.
В браузере gRPC пока что нет, но, собственно, это не мешает его использовать в центрифуге, например, с мобильных клиентов. Что такое gRPC? gRPC — это протокол поверх HTTP/2, с оптимизированной для использования в мобильных клиентах. И, на мой взгляд, это здорово, потому что центрифуга, по большому счету, чуть ли не уникальный такой проект сейчас, который позволяет работать и с WebSocket соединением, и с gRPC соединением одновременно. Да? То есть вы можете из браузера подключиться по WebSocket, а с мобильных клиентов подключиться по gRPC. Собственно, используется gRPC Bidirectional Streaming. Очень похоже на WebSocket. Есть протобуф-схема, есть один метод Communicate, который отправляет команды на сервер, и есть Stream Reply, который принимает ответ. И, соответственно, одна и та же вот такая вот схема на клиенте, на сервере, и они вот между собой общаются. Отправляют команды, принимают ответ. И что круто, недавно, наверное, многие слышали, зарелизился Nginx с поддержкой, с нативной поддержкой проксирования gRPC. И, в общем-то, сейчас стало достаточно легко на одном порту, на SSL-порту, да, защищенном TLS, проксировать одновременные веб-сокеты и gRPC. В общем, здесь на слайде приведен пример, как это сейчас можно сделать с центрифугой, и на 443-м порту сервить и то, и другое. Nginx будет разруливать и в правильное место запросы отправлять. Если что, то gRPC внутри — это, по сути, пост-запрос на определенный URL, да, который соответствует сервису, который мы описали в протофайле. Простите. Сейчас. Вот, собственно, это три транспорта, которые есть. Есть еще один вариант, это Quick. Наверное, самый современный протокол. Кто слышал про Quick? Немного расскажу. Quick — это протокол поверх UDP, который, по сути, реализовал TCP-стек на уровне приложения. Да? То есть Quick позволяет добиться той же самой надежности передачи данных, но делает это на уровне приложения, делает таким способом, что это получается быстрее, чем нативный TCP. Используется Quick сейчас в Google в основном, и для него очень мало имплементаций, а те, что есть, не совсем доработанные. Вот. Но когда-нибудь, возможно, он станет мейнстримом, и это будет иметь смысл еще его поддержку добавить. Ну а сейчас три, на мой взгляд, достаточно. Может, даже и много. Метрики. Сегодня вам рассказывали про метрики, да? Рассказывали? Я просто пропустил. Окей. Вот. И, в общем, тут используется Prometheus в библиотеке Centrifuge. Да? По сути, де-факто стандарт такой сейчас стал для Go-приложений. Но в Centrifuge Go еще добавлен экспортер в Graphite. Да? То есть, помните, я говорил, что основные пользователи Centrifuge Go — это люди, которые отношения к Go не имеют. Да? И вот, на мой взгляд, Graphite есть у многих, это позволит как-то метрики собирать и так удобно. Но это вот на данный момент ничто не мешает, да, потом расширить как-то, просто на это время нужно. Я говорил, что библиотека решает проблему аутентификации. И, собственно, вот пример того, как мы можем аутентифицировать пользователя, да, прописать ему юзер ID, который нужен в центрифуге для работы, в Go-приложении. Это просто HTTP middleware стандартно принимает хендлер, возвращает хендлер, смотрит, какой у нас юзер, да, при этом может использовать любой механизм, в Redis сходить, сессию забрать, посмотреть, можно ли на основе входящего реквеста авторизовывать и проставить ID-шник. В случае с gRPC делается примерно похожим способом, но в gRPC свой механизм, который называется интерцепторы. Да? Это, по большому счету, аналог HTTP middleware. И вот на слайде как раз такой стрим-интерцептор приведен, очень похож на middleware. К сожалению, надо вот использовать дополнительно gRPC middleware пакет, но это уже такой общепринятый пакет в мире gRPC, при разработке на Go. Да? То есть, по сути, все его тянут, когда начинают что-то делать на gRPC. И немножко давайте остановимся на возможностях протокола, что он позволяет сделать. Первое — это PubSub, да, Publish Subscribe. Вот здесь на слайде приведены примеры для JavaScript-клиента. И
JavaScript клиент сейчас реализован. Для, да, для веб-сокета работает как с JSON, так и с протобуф. Но вот здесь просто такой абстрактный пример. Соединяемся с центрифугой, подписываемся на канал, в колбеке получаем все сообщения, которые будут публиковаться в этот канал. В принципе, похоже на любое решение, которое вы, наверное, видели, да? Ничего такого особенного здесь нет. Асинхронное двунаправленное общение. Мы можем отправлять асинхронное сообщение серверу и принимать асинхронные сообщения с бэкэнда. Тоже теперь это реально. Это реально было всегда, да, то есть это по сути то же самое, что если мы используем только веб-сокеты, встроенные в браузер. Но это завернуто в протокол центрифуги. Да, это дополнительная абстракция поверх всего этого, но зато мы можем использовать разные транспорты, разные протоколы и разные возможности, среди которых, да, есть, например, еще RPC-вызов. RPC-вызов — это возможность вызвать какую-то функцию на вашем бэкэнде, дождаться ответа и как-то обработать его. Как я уже говорил, есть поддержка presence информации о том, кто подписан на канал. Есть join-leave события, о том, что кто-то подписался, отписался. Есть механизм recover, который позволяет обработать пропущенные сообщения во время коротких дисконнектов сетевых. Есть пинг-понг, чтобы поддерживать соединение живым, да, чтобы прокси по тайм-ауту не обрубило. Есть механизм refresh. Это интересный механизм, который, в принципе, не везде есть. Да, вот у нас постоянное соединение с центрифугой организовалось, да, появилось, но, предположим, в вашем приложении юзера через некоторое время забанили, да, по каким-то причинам он стал неактивным. Вот этот механизм позволяет периодически проверять соединение и решать вашему бэкэнду, можно ли дальше работать с этим соединением или его пора отсекать. Очень похоже на refresh токен в AOS 2, да, что-то такое подобное. При этом всем внутри используется некоторая оптимизация. Наверное, это тема для отдельного доклада. Я очень коротко сейчас расскажу. Во-первых, это производительный язык Go. Да? То есть, когда я переписал центрифугу с Python на Go, для некоторых операций производительность улучшилась на порядок. Да? Не для всех, но для некоторых реально прирост был большой. А далее, слияние сообщений для экономии на сисколах. Это интересная штука. Когда я смотрел на профиль центрифуга, да, на CPU профайл, я видел, что очень много CPU времени тратится на сисколы. То есть отправку сообщений в соединение, да, вызов сискола в write, например. И чтобы сэкономить на вот этих вызовах, во второй версии реализовано слияние сообщений. Да, и, собственно, JSON-стриминг и то, как организован протобуф, протокол центрифуги, позволяют удобно разные сообщения, не зависящие друг от друга, но летящие одному пользователю, компоновать в один фрейм через низлежащий транспорт. Операции в Redis, да, через которые мы можем масштабировать центрифугу, реализован с помощью Lua. Да, то есть это позволяет в некоторых случаях вместо нескольких раунд-трипов к Redis, например, опубликуй сообщение в канал, потом добавь сообщение в историю, чтобы его из нее восстановить. Это уже два раунд-трипа. С помощью Lua мы можем это сделать в один раунд-трип. Для JSON используется буфер-пул. Да, то есть мы пишем в пул буферов JSON. Для протобуф используется библиотечка GoGo Protobuf. Это крутая библиотека, которая позволяет очень сильно ускорить работу с протобуф в Go за счет того, что она генерирует код, а не использует пакет Reflect, да, который стандартный протобуф пакет от Google утилизирует. Неблокирующая отправка сообщений в канал. У нас есть много соединений. Мы должны одно и то же сообщение им всем разослать. Но запись в операционной системе syscall, да, может ненадолго заблокировать вот эту вот рассылку сообщений пользователям из-за одного какого-то соединения, например. Собственно, поэтому сначала сообщение пишется в очередь каждого клиента, и потом в отдельной грутине, да, это легковесный поток в Go, Green Thread, отправляются в соединение.
И на стороне клиента, не на всех, но вот, например, JavaScript реализован батчинг сообщений. То есть клиент старается как можно больше разных сообщений в один пакет пихать. Вот. Redis Streams, наверное, сейчас не буду рассказывать, но у кого есть Redis? Да? Вот. Кто слышал про Redis Streams? Ага. Вот. Для тех, кто не знает, в Redis версии 5 появится новая структура данных, которая называется Stream, и она позволит реализовывать Time Series на основе Redis или, например, то, что в центрифуге позволит лучше и более эффективнее работать с историей. Но это просто так, наверное, вне темы сегодняшнего доклада. Если кому-то интересно, посмотрите. Вот. В общем, вот такой вот винегрет получился. И не все так радужно на самом деле. А причины в том, что да, круто. Да, у нас есть два протокола, протабу в JSON. Есть три транспорта — SOC.js, WebSocket, gRPC, но для этого всего нужны клиенты. Вот. Лично я могу написать клиента для JavaScript, да, он уже готов, я могу написать клиента для Go, я это сделаю. Вот. Но для других языков, и в особенности для мобильных платформ, клиентов я написать не могу в силу своей ограниченности. Да? И тут я вот надеюсь на сообщество. Надеюсь, со временем это как-то исправится. Но пока такая ситуация, что для мобильных, например, нет. Для версии 1 есть мобильные клиенты, но нет мейнтейнеров сейчас, к сожалению, для них. Нет бенчмарков, да, то есть, ну и бенчмарков не для того, чтобы сказать, что центрифуга лучше и быстрее, чем Socket.io, например, а для того, чтобы смотреть, как мои изменения или ребят, которые контрибутят, меняют код, да, в процессе эволюции проекта. И, например, просто интересно сравнить, насколько там WebSocket и gRPC отличаются по производительности, да, что быстрее, использовать gRPC или использовать WebSocket. Вот, честно говоря, ответа быстро у меня нет и очевидного. Вот. И это отличается от командной разработки. Да? Если на работе я могу спросить, а как мне сделать это вот так вот или вот так вот, то здесь у меня нет команды, есть ребята, которые иногда помогают, но вот так вот вокруг меня нет. Да, я нахожусь, по сути, при разработке в изоляции определенной. И нет коллеги, которые скажут, чувак, не отпиливай себе ногу, попробуй телефон подтянуть пилой, да, прежде чем это делать. И собственно, возвращаясь к тому видео, которое было в начале, да, вот этот водный мир, когда ты плывешь на плоту, вокруг тебя что-то может быть есть, но ты сам с собой, да. А вот это иногда сказывается, немножко демотивирует, но в целом все это очень интересно. И я всех призываю присоединяться к проекту. Там очень много всяких задач. Возможно, порог входа не очень простой, да, там свой протокол и так далее, но вы, я думаю, каждый из вас сможет чем-то помочь. Вот. Видимо, все. Да, спасибо. Все. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы? Вопросы. Ага. Вот смотри, такая ситуация. Если я, допустим, делаю чатик, мессенджер, у тебя там по каналам все, а если хочу сам разрулить по каналам и просто отправить каждому юзеру там конкретные сообщения, есть такая возможность в API-шке отправлять там юзеру, который у тебя сохранен во второй версии? Ага. Внутри Centrifugo остается все так же, как раньше, да? Ты знаешь его, у вас используется. Если ты используешь библиотеку, то да, такая возможность есть. То есть у тебя есть клиентское подключение, ты можешь отправить ему сообщение сам. Ну и при этом остается та же самая возможность, когда каждый клиент подписывается на свой канал, и ты просто через API, да, ты знаешь, какой юзер, какое у него имя канала, и просто ему отправляешь. Но то, о чем ты говоришь, я понял тебя, да, это есть, да. Ты можешь хранить клиентские подключения в какой-то структуре данных и данные им отправить, когда захочешь. Спасибо. Еще вопросы? Ага, вижу. Есть что-то для конфликт resolution уже в API написанное? Нет, и не будет. Это, ну, то я есть, так понимаю, что последнее пришло изменение, то и будет, да? Ну да, там порядок сообщений сохраняется в канале, да, внутри канала. Ну, просто если брать те же самые клиенты офлайн. И кто последний сделал изменения, как-то это зависит там от задач, которую вы решаете, конечно, да. То есть, если
это обновление счетчика, да, например, то в зависимости от того, как вы сообщение в канале обрабатываете, у вас может либо правильное значение, либо все поломаться. То есть это уже на долю программиста падает. Но внутри канала центрифуга порядок сообщений сохраняет. Вот. Ну а то, как это повлияет на конечное приложение, это уже на откуп программисту отдается. Спасибо. Ты там говорил про экономию сисколов, но потом уточнил, что это только если несколько сообщений подряд одному клиенту. Вот тут, мне кажется, бенчмарки бы как раз помогли, потому что, мне кажется, это не то чтобы очень частая штука. На самом деле очень часто, когда делаешь паблиш канал, у тебя сразу два сообщения возвращаются к клиенту, это ответ на паблиш, типа, что успешно получилось опубликовать. А. И тут же сообщение с канала. И вот это вот эти два сообщения сразу склеиваются в одно. Окей. Вот. И бенчмарк я делал, да, если много сообщений одному клиенту летит, то это реально очень большая выгода. На практике это, в принципе, тоже вот таким образом поможет. Еще вопросы? Если вопросов нет, давайте поблагодарим еще раз Сашу за доклад.